Всем привет, друзья! Вы на канале Анабайв. Презентация так болит. Ваш лишний надежный и полностью анонимный криптокошелек. Далее. Наши преимущества. Мгновенный вывод, ввод средств. Поддержка 24/7. Мы не запрашиваем какую-либо информацию о клиенте. Отсутствие лимитов на ввод и вывод средств. И мгновенный ввод, криптокошелек работает без задержки, поэтому получать, отправлять и выводить средства можно легко и быстро. Поддержка любые технические проблемы, ошибки в разработке сайта исправляется круглосуточно. Каждый владелец криптокошелька может обратиться в поддержку 24 часа. Мы не запрашиваем какие-либо информации. Наш сервис максимально анонимный. Для его использования не нужно проходить верификацию и сделать селфи. Так Wallet использует только те данные, которые необходимы для регистрации. Отсутствие лимитов на вывод. Все данные, все деньги на счету владельца кошелька принадлежат ему. Так Wallet не блокирует и не замораживает. И не устанавливать границ для вывода криптовалюты. Поэтому можно безопасно хранить средства в кошельке и в любое время их использовать. Далее. Стейкинг. Что это и как зарабатывать? Под стейкингом нужно понимать получение пассивного заработка за счет простого хранения криптомонеты. Пользователи могут зарабатывать деньги на криптовалюте, не используя специализированного оборудования. Все, что нужно для получения пассивного дохода, это держать монеты на своем кошельке, либо на специальной платформе, и не использовать их. Далее. Стейкинг. Ну, друзья, стейкинг 6 разных монет криптовалюты. Стейкится. Первый, конечно же, биткоин. Сами видите биткоин, дядю биткоина, дедушку биткоина. 1%, 1,80% ежедневно дает. Стейкинг доллара 1% дает, если вы в долларах будете стейкить американских долларов. И стейкинг Binance Coin 1,70% ежедневно будет приносить вам. Стейкинг Трон, если вы на троне будете застейкивать, трон приносит будет стейкинг 1,40% ежедневно. И стейкинг эфириум, криптовалюта, приносит будет 1,50%, если вы застейкиваете эфириум. Ну, конечно же, стейк тезер USDT 320, он уже 2% ежедневно приносит. Я получил бонус от компании, и 10 USDT тезер мне приносит 2% ежедневно. Вот, пока на тезере проценты получаю, и в дальнейшем хочу биткоин застейкить и побольше USDT тезер. USDT 320 хочу застейкить в дальнейшем. И для желающих тоже говорю, для желающих, застейкайте на USDT, потому что если вы застейкаете криптовалютами биткоин, Binance Coin, Tron, Ethereum, то у них всегда цена вверх идет или падает, вверх идет или падает, поэтому там получение процента чуть-чуть только видно. Когда вверх идет, то видно проценты, да. А когда криптовалюта вниз уходит, сами понимаете, там уже на минус уходит. Ну, коррекция, короче, если вы в криптовалюте не понимаете, друзья, то проходите мимо. Не надо тут внимание обращать. Вот. А кто вот понимает, кому интересно, кто желает тут зарабатывать, вот, кто сразу понял, о чем идет речь, вот,
Тот меня понимает, друзья. О криптовалютах. Вот я собираюсь тоже биткоины тут закидывать и USDT со временем. И далее, депозит включен в выплаты, начисления в выходные и праздничные дни не производится. Только с понедельника по пятницу проценты приходят. Надо знать это. Далее, как работает партнерская программа? Сотрудничать с нами можно даже без лишних инвестиций. Вот я без лишних инвестиций сотрудничаю. Каждый день смотрю, каждый день рассказываю своим друзьям. Мы предлагаем вам, и вам тоже вот рассказываю, вам возможность получения дополнительного дохода благодаря нашей партнерской программе. Ссылка оставлю под видео, друзья, для желающих. Конечно же, заходите, изучайте. Первые бонусы получайте. И дальше больше смотрите сами. То есть выбирать только вам. Выгодные условия и щедрые вознаграждения за привлечение новых пользователей позволят вам получать пассивный доход. Получайте партнерские от всех счетов приглашенного участника. Привлекайте партнеров, регистрируйтесь и используйте уникальные партнерские ссылки для того, чтобы пригласить участников в проект. Я тут зашел, получил проценты, каждый день теперь получаю. Все четко. Ну, кто меня смотрит сейчас, мои видео, тому желаю разобраться в этом деле и выбрать правильный выбор. Далее, менеджерская программа. Первый уровень, если у вас депозит 250, у меня еще 250 нету, вот если депозит 250, конечно, будет объем структуры $4000, и вам компания дарит сверху бонус $100. И по уровням, если у вас в 17 уровне есть человек, и у вас 25 тысяч, вот, сумма лишней инвестиции, и вам бонус даст, так валит, $30000 бонусом. Надо только сделать оборот. 600 тысяч. А нет, 6 миллионов, что ли? Объем структуры, да, 6 миллионов. Объем структуры сделать надо. 17 уровне. И вы получите сверху $30000. Далее. Менеджерская программа 2. Объем всей структуры считается на глубину 7 уровней. Объем основной ветки, объем вспомогательной ветки, объем полковой ветки считается на глубину 7 уровней от уровня вашего личного приглашенного партнера. Объем основной ветки – это лично приглашенный партнер с наибольшим объемом денежных средств в структуре. Побольше, если вы пригласили акулу, киту, кит-инвестора, то это вот раздел для вас. Объем вспомогательной ветки – это лично приглашенный партнер со вторым небольшим объемом денежных средств в структуре. Объем боковой ветки – это сумма всех инвестиций ваших партнеров и за исключением основной и вспомогательной ветки. Далее. Синхронизация. Синхронизация веб-версии кошелька с Telegram-ботом. Доступны в настройках ЛК на сайте. Если вы изначально прошли регистрацию на официальном сайте криптокошелька TagWallet, то, чтобы синхронизовать личный кабинет с Telegram-ботом, вам необходимо перейти по ссылке синхронизации в настройках сайта и подтвердить синхронизацию в боте. Синхронизация Telegram-бот с сайтом. Если вы изначально начали пользоваться Telegram-ботом, то данные для доступа к личным кабинетам в версии криптокошелька TagWallet уже есть у вас в боте. Я изначально зарегистрировался TagWallet в Telegram боте. Вот. И мне не нужно синхронизовать. А если вы зашли через сайт, то есть через браузер, через компьютер, то вам надо будет синхронизовать Telegram бот. Конечно же.
Вот так и написано тут. Отдельно регистрироваться на сайте не нужно. Если вы используете Telegram Bot. Я использую Telegram Bot. Далее. Правила инвестирования. Кошельки. Необходимо оценить собственную финансовую ситуацию и провести дела в порядок. Финансовый резерв даст вам психологическую уверенность в стабильности наличия записи средств. Риски, конечно же, инвестиции – это риск, друзья. Это нельзя забывать. Риск, про риск. Определитесь, на какой риск вы готовы пойти. Вот. Когда вы будете инвестировать, то надо будет вам обдумать все. Вам это надо, инвестиции, или не надо? Это ваш кровный деньги. Понимаете, друзья? Я сюда сам лично зашел, никто меня сюда не призвал, просто мне показали, то есть мой друг мне показал, есть такой кошелек, криптовалюта, ты сам занимаешься криптовалютами, вот тебе возможности, изучай и дальше пошли. Я изучил, получил, теперь иду дальше. И вам возможность, о возможности рассказываю. Понимаете правильно? Вот. Чтобы добиться поставленной на предыдущем шаге цели. Это инвестиция, это риск, друзья. Вот. Кому не интересно этот инвестиционный платформа так валит, мимо проходим, друзья, мимо проходим. Начало работы. Вы сделали важные и необходимые шаги на пути по получению пассивного дохода от вложения средств. Переходим к разработке партнерской части, реализации инвестиций в стратегии. Я еще сюда своих не вложил, в дальнейшем буду вкладывать потихонечку, друзья. Далее. Спасибо за внимание. Давайте перейдем на сайт TagValet. Вот мы находимся на сайте TagValet. И тут видим долларовый, рублевый, узбекский, казахский. И этот, не знаю, какой был счет КГЗ. Туркменский, биткоин, эфириум, тезер, трон, бинби. Вот мой баланс на сегодня. Сегодня 11 марта 2023 год, друзья. И у меня на балансе $4.08. Потому что сегодня суббота. А в субботу трансеты не приходят. В субботу, в воскресенье отдыхают. Вот таким образом. Теперь я вам покажу, как получить первый бонус. И если вы решили, посмотрели мои видео и решили себе завести этот кошелек, зарегистрируемся, заходим в Telegram свой, и в Телеграме есть вот этот TagValet Bot. Заходим в TagValet Bot, запускаем его, и вам сразу же появится вот этот баннер, крипто-рулетка, и крутим рулетку. И вам выпадет что-то вроде вот этого. Или $10, или $15, или не знаю сколько выпадет, но от $100 до $100 здесь можно выиграть. Я выиграл $10, вот, и сразу же мои $10 застейкились. Вот как видите, создан стейк в размере $10. И я получаю 2% ежедневно. Вот такими простыми действиями я без вложений от компании TagValet получил бонус $10. И эти $10 мне приносят процент. С понедельника по пятницу, друзья. За это я свой кофе выпью. За TagValet, чтобы он работал долго-долго,
чтобы он радовал меня долго. То есть всех моих партнеров радовал, конечно. И за бонус $10, друзья, я выпью. Очень вкусный кофе. Вот. Желающие, заходите, получайте бонусы. И тоже так же, как я, радуйтесь. Всем спасибо. Всем пока. Всем добра.